Майфе, сын венгерских евреев Кануи Геленкала, переехал с родителями. Моя мать, Матильда Тендероне Гонсалес, была второй женой Айса. Эта женщина, в жилах которой текла кровь испанских конкистадоров, была очень наружной католичкой. Она воспитывала меня и двух моих сводных сестер строить. Мне было сложно ее слушать. Я бунтовала против ее строгих устоев и не приняла католицизм. Ее первенец, мой старший брат, умер почти сразу после вашего. А когда родилась я, здоровье матери не позволило хранить меня мало. Поэтому за мной ухаживала няня и дядя. В 6 лет я заболела полиомиелитом. Болезнь не слушала правую ногу, отчего достала тот же день. Поэтому спешно грозил меня фригадированный рак. Но мне было сложно ответить. Даже с такой ногой я не хуже мальчишки, когда футбол много плавал и даже убегал из бокса. Чтобы нога выглядела как здоровая, я надевала на нее по 3-4 юбка и прятала под длинный юбка. В 15 лет я поступила в престижную национальную подготовительную школу в Мехико. Отец был убежден, что там я получу лучшее для этих месяцев и образование и смогу стать врачом. Я чувствовала себя неловко из-за того, что была самой старшей на курсе, поэтому скрывала свой настоящий возраст. Говорил, что родилась в 1910 году, и вот начало мексиканской революции. Я называла себя дочерью революции. Вскоре меня наслучили учителя и одноклассники, я стала пропускать занятия. Вместе с группой единомышленников я основала социал-национальный кружок «Качупис» — «Фуражка». Назывался он так по типу шляпы, которую носили все участники. Лидером группы назначили Алехандро Гомеса Ариаса, студента юридического факультета, который вскоре стал моим первым познанником. Именно Алехандро был со мной, когда мы сели в тот злополучный автобус, который разорвал меня в кучу. Но в углу перед рынком Сан-Хуа в наш автобус врезался трамвай. Я тогда была на глупах из своих лет, но не сразу поняла, что со мной произошло. Какие травмы я получила. Первое, что я подумала, это хорошая пестрая веснушка, которую я в тот день купила и снесла. Я попыталась ее найти, думала, что авария не снялась. Врачи думали, что я не нужна. Позвоночник был сломан в 3 местах, как и позаветренные кости. Почти все внутренние органы оказались повреждены. Алехандро повезло больше. Он отделался в контузии. А меня ждали 32 операции, бесконечные смены красоты и очень много боли. Неправда, будто люди в первые минуты осознают, что с ними произошло. Не правда, будто они плачут. Я не плакала. Я видела себя. Фрида, я смотрю.
было достаточно времени не только на то, чтобы проводить время, но и на то, чтобы наполнить их, придать им смысл, форму, содержание, понять их, проникнуть в ими, сплавить и согнуть, разорвать, завязать. И как все начинающие художники, я выбрала единственную модель.